А вот эмблемка нашего города, смотрите, Заречный. Пойдем в кино, Настя. Пошли. На 7D или на обычный? На 7D. Окей, пошли. Какую Настю будем выбирать? Пингвинчика. Скажите нам, друзья, какую нам выбрать. Смотрите, какие классные. Пистроль, панда, дракон. Здесь еще, по-моему, есть сбоку, да? Да, есть. Босс был косос. Кот в сапогах есть даже. Мы сейчас в кино поедем. На машине. Смотрите, это памятник нашему пропуску. Мы в город заходим по пропускам, друзья. Смотрите, такие дяденьки у нас стоят. И у всех просят пропуск. Если потереть эту мышку, то обязательно исполните желание. Ага, если загадать еще сначала перед этим. Давай, загадывай. Чтобы мы собрали всех героев в маске. Все. Окей, пошли. Мы едем в кино. Сейчас будем клеить героев масок. Вот, смотрите. Героев масках. У нас есть парочка наклеечек еще. Да. Есть одинарные. Это дают в обычных магазинчиках магнит. Вот еще одна четыре. А есть двойные. Да. Они как четыре. Их дают в гипермаркетах. Вот. У нас уже немножечко есть наклеено. Сейчас мы Настя еще наклеим, да. И у нас останется совсем чуть-чуть, и мы уже сможем получить подарочек. Вот двойные уже наклеечки. Друзья, кто-нибудь уже выигрывал? Такие, акцию, напишите в комментариях. Да, в магнитах напишите. Видите, они на два наклеиваются отделение. Класс, да? Да, прикольно. Суперски. Их у нас уже 15. Уже 15. Еще раз, два, три, четыре, пять. И мы уже, в принципе, можем за 449 рублей купить себе... Игрушечку. Да, стаканчик с игрушечкой. Вот они, мы вам показывали, есть какие они всякие разные. Да, панда, лев. Ты какой вообще хочешь? Я хочу вот такой вот пингвин. Такое? Да. Друзья, напишите нам в комментариях, какой бы вы выбрали вот из этих игрушек. Мы выбрали мультик Амазон. Нет, ты по центру садись, не надо сбоку. О, классно. Сейчас будем летать. Поехали! Так. Вот так у нас дети катаются на лосях в городе. На настоящих только.